От пациентки я вам неделю назад примерно отправляла КТ грудной клетки за 4 марта 2022 года, по которой была пневмония. Я сделала свежий снимок. Посмотрите, пожалуйста, в динамике. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1993 года рождения, дата исследования 16 июня 2023 года, в динамике с КТ от 4 марта 2023 года, область исследования — органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Ранее описанная пневмония разрешилась. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна, за счет участков усиления интерстициального компонента. Справа ВС-8 единичный лимфоузел размером 5 на 6 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Бронхи в центральных отделах тракционно расширены, стенки их уплотнены. Среда стены не смещена и не расширена, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сердца, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение КТ — картина разрешения пневмонии, неравномерной пневматизации и легочной ткани. Рекомендована консультация терапевта 27 июня 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: пневмония разрешилась. Осталась неравномерная пневматизация и легочной ткани. Уплотнение стенок бронхов – это остаточные явления после пневмонии. Со временем это пройдет. Единичный лимфоузел в правом легком тоже после пневмонии остаток. Имеет смысл показаться терапевту. Контрольное КТ ранее, чем через год, делать смысла нет.